Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 24 апреля. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет Даяне и Айдару. Три кота. По республике в ближайшие сутки вынос воздушных масс из южных широт определит в большинстве районов очень теплую, без осадков, погоду. Лишь по трассе БАМа с прохождением атмосферного фронта местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью восточный, слабый, днем с переходом на западный 4-9, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью от плюс 3 до минус 2, местами до минус 6. Днем плюс 15-20, местами до плюс 25. По центральным районам ночью плюс 2-7, днем плюс 22-27. По южным районам ночью плюс 4-9, в горах юго-запада до минус 5. Днем плюс 23-28. В Улан-Удэ без осадков, ветер переменный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5-7, днем плюс 25-27. Всего за историю человечества было добыто не более 170 тысяч тонн золота. По объему все это золото уместилось бы в куб высотой всего 20 метров. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагнанов. А все человечество можно поместить в куб высотой в 1 километр.